я, честно говоря, артистом никогда особо не хотел быть. Но как-то так сложилось, что сначала как-то надо было зарабатывать и что-то, чем-то заниматься. А почему заниматься чем-то другим, если ты учился, потратил 5 лет своей жизни на именно эту профессию, на именно этот вид искусства? Ну и как бы вот началось все чисто из меркантильных соображений, ну а потом втянулся, стало интересно, и теперь я очень люблю свою работу. Она мне нравится, она мне доставляет удовольствие. В какой-то момент, когда заканчиваешь институт, вот этот вот сложный психологический момент, тогда как бы, не знаю, как у других, у меня было, не было вообще ясного понимания, чем я хочу заниматься. Ну, пошел, начал заниматься, и пошло, поехало, поехало, поехало. И работаю, работаю, работаю. Для артиста очень хорошая школа играть спектакли именно для детей. И я вот думаю, что во всех театральных вузах надо даже какую-то такую дисциплину вести, чтобы артисты, которые учатся, они начинали с детских спектаклей. Это очень полезно, очень хорошо. И очень хорошо эти спектакли не только просто там репетировать и показывать на 20 человек. Хорошо, когда они в долгом прокате. То есть отыграть 100 спектаклей и искать там каждый раз что-то новое, что-то интересное для себя, потому что текст ты знаешь, мизансцены ты знаешь. Ты же не можешь как болванчик постоянно делать одно и то же. Хочешь не хочешь, твой организм заставляет тебя искать какие-то новые ходы, какие-то новые пристройки, оценки, ну и так далее. Какие-то новые механизмы, которыми ты работаешь, этот спектакль. И вот это самое интересное в работе.